В Химках прошел 11-й баскетбольный турнир памяти Александра Петренко, капитана желто-синей команды. В 2006-м спортсмен трагически погиб в автокатастрофе. Сейчас в его честь ежегодно проводят турниры. В этот раз за кубок сразились 4 команды. В финальный день соревнований клуб ЦСКА-2 уступил университету Югре, а ПБК МБА обыграл Химки Подмосковья. Это турнир в память форварда баскетбольного клуба Химки Александра Петренко. Ну вот, трагически погибшего. Ежегодно он проводится в преддверии сезона, чтобы в честь памяти его, в честь истории баскетбольного клуба «Химки», и, скажем так, чтобы молодые ребята, которые приходят в клуб, который находится здесь, помнили, чтили память этого хорошего, настоящего игрока. После подведения итогов организаторы распределили персональные награды. Андре Уокер из университета Югра стал MVP турнира. Лучшим защитником признали Александра Хоменко из ЦСКА-2. А звание лучшего центрового взял Артем Востриков из ПБК МБА. Химчанина Даниила Касаткина признали лучшим форвардом. Самое главное – трудолюбие. Не скажу, что мы сегодня очень хорошо сыграли, но, надеюсь, в сезоне будем играть намного лучше. Главное качество, естественно, трудолюбие. Чем больше работаешь, тем больше будет результат. В этот раз университет Югра, ПБК МБА и Химки Подмосковья уступили победу. Химчане взяли бронзу. Первое место в турнире завоевала команда ЦСКА-2.